маленько погреемся опять все из той же серии. Но сделаем это еще как Кента Вадза. То есть тот же хоп на икё вы здесь принимаете, перенастраиваете, и вы уже вовлекаете своим действием. Теперь он уходит, вовлекает своим. Продолжаете нагружать своего партнера, он встает, продолжаете атаковать. Вы не сможете сделать эту технику, если ваш партнер будет стоять. Он выскочит сюда и будет уже руку так. Поэтому ты делаешь. Если у вас есть гибкость, значит у вас есть преимущество. Если вы стали твердыми деревянными, как вы для эмоций, значит вы уже близки. Два варианта поделайте. У вас стремление не сделать рим, только движение вниз. Поэтому ваш партнер этим пользуется. Вниз. Пробуйте это сделать через прогибание как раз, или через работу. Вот здесь мой партнер уже знает, что он отсюда делает. Теперь смотрите, когда делаем. Вот его захват. Видите, моя рука теперь не вступает в правильном состоянии в плане локтя. Поэтому он ее забирает, и опыт для него важный. И теперь мы сделаем вот этот разворот, который делали для этого. Он делает. Я. Все зависит от того, как вы чувствуете вот это состояние пинчуни, да, оно есть, тоже очень плотное. Поэтому, если я задумываюсь о том, что я делаю номинальный, по большому, если я умею, я его сделаю. Но если расширять базу знаний наших, он делает выход отсюда. Он делает выход отсюда, а я вот так. Ну, то есть, продолжаем играть в те же состояние плотности и гибкости, надеюсь. Здесь у вас тоже. То есть, во-первых, всегда говорю, что, пожалуйста, научитесь делать именно сам захват, может быть, чтобы он у вас рабочий. Папа. Садись пять. Он заблокировал мне локоть, он у меня оба уже болезнь. Вот эти все суставы. Теперь блокировка. Работаете, то есть вам заблокировали два сустава. Работаете третий. Вверх. Можете попробовать, посмотрите, если есть.